Раз, два, три. Всем привет, привет, YouTube. Солнечная это ли на проводе, Саша? Привет, YouTube. Софья. Привет. Я красивая. Очень. Ты сегодня и очень это... красива. И это браслет. О, боже, какие у меня девки-модницы. Мы сегодня встали с утра, нас пригласили наши друзья, ну, Карла, друзья, наши друзья пригласили к себе в гости, в этот, ну, как сказать, в компанию, ну, в горы, да, я так поняла. И мы как бы сказали, да, да, конечно, мы уже, допустим, я, допустим, уже вообще не виделась с этой, хотела сказать, толпой, с этой компанией, вообще я уже не виделась, наверное, года 4, это точно. Опять же говорю, график работы, у каждого разное время, все заняты и все такое. И, в общем, мы с Карлой собрали, вчера же сказали, да-да, поедем. Сегодня утром встали, дождь, в 9 утра дождь ливанул, потому что мы встали где-то 8:30, ливанул дождь. Сейчас, конечно, испарение, сейчас, конечно, очень жарко. Не знаешь, как одеться, начинаешь на себя пялить джинсы, потом выходишь на улице парит, одеваешь шорты. Меня, кстати, покусали комары, я потом покажу, даже на веке вот тут вот, даже на глазном веке. Что ты хотела? А, мама, я хотела говорить, ты купила туфли, как у меня. Ты купила да. Почему тебе нравится? Да, это модно так. Говорит, мама, зачем ты туфли купила, как у меня? Я сегодня в своих сникерсах от Кевин Кляйн, в этих бутальонах. Я потом их покажу, как это самое. Потом покажемся, как мы одеты. Потом, когда выйдем, покажемся. Потом покажу, как они выглядят на ноге. Очень мне нравится. И Карлу понравилось. Говорит, очень как-то так собрано, сдержано. Марина Владимировна. Вот. И я предложила своей дочке такие же, ну, в Украину. Говорю, хочешь, вот... Кевин Кляйн, и очень классный, и все, она не, мама, у нас в таком не ходит. Мне, конечно, было очень странно, потому что, как мне приезжаешь в Запорожскую область, множество молодежи в футболках, где написано Дольче Габбана, ты понимаешь, что это не Дольче Габбана, потому что Дольче Габбана так никогда не напишет. Ну, вот, но, тем не менее, мы в таком не ходим. Думаю, ну ладно. Сейчас Карла пошел, надо кое-что купить в магазине, и мы отправимся. Компьютер мне починил сегодня, Карла, с самого утра. Вчера начал вечером делать. Вчера это я имею в виду воскресенье сегодня. Нет, сегодня воскресенье, вчера, в субботу вечером начал делать. Ну все, он практически отключался. Во-первых, целый день он работал. Вот, и он отключался периодически просто вообще. Вот он нажмет на кнопку, и я прям только на кухню зайду, слышу, он храпит. Я зайду его опять, Карлу. Карла, давай, жми кнопку. Нажми на кнопку, ты получишь результат, и моя мечта осуществится. Вот, помните, песня была? Не помню, как группа, технология называлась, мне так она нравилась. Вот, и, короче, сегодня пришлось утром вставать, и утром он уже сегодня сделал. Там что-то чистил, он что-то там удалял, сохранял, в общем, сделал. Мне и сказал, что это вирус, который меня блоканул по дому, он мне изменил эндрицию, этот адрес какого-то там коллегамента, как это. Ну, где, в общем, я должна была к чему, к сети, которая должна была подключиться. Мы, также Карла вчера вечером сделал кровать, зафиксировал. Ай, какая класска. Да, конечно, это совершенно разные вещи. Когда зафиксирована кровать, это совершенно разные вещи. Она вообще теперь не шатается. То есть, если раньше там еще так она пошатывалась, и он фиксаторы поставил наверх, их уже хватало для того, чтобы кровать не ходила там. Ну, я не ходуном, это я так имею в виду, потому что некоторые потом подумают, что там действительно кровать вся расшатанная. Оно и так, в принципе, было нормально. Но когда сверху зафиксировал одно дело, я ему говорю, так если у тебя остались фиксаторы, зафиксируй уже как бы и внизу. Зафиксировал внизу, вообще классно, вообще классно. Потом покажу, что мы еще сделали. Карлос спрятал уже за телевизор PlayStation и спрятал приставку Wii прямо за сам телевизор, поэтому кажется, что стена свободная и там ничего не видно, но тем не менее вся аппаратура за телевизором. И что еще сделали? Еще я наклеила бабочек на свою стену. Если кто заметил, я когда последнее видео снимала, почему назвала видео стоп-видео? Потому что не было русского текста. Единственное, что могла написать, это так, чтобы было всем понятно, что там что, о чем-то идет речь. Потому что выходила с Карла компьютера. Наклеила бабочек. Так получилось, они с пацанами собирались на гулянку. Естественно, он ушел, я бабочек наклеила. Потом, когда он пришел утром, он говорит, что опять тут начинаешь свою безвкусицу вешать на стены. Я говорю, как? Вы когда тут пришли с пацанами, я говорю, застолье устраивали. Ты же мне, ну я, конечно, соврала. Я говорю, ты же мне сказал, что тебе нравится. Я говорю, ты же мне сам сказал, клей, очень хорошая идея. Естественно, он уже просто не помнил, бы он же там напылился, ноился. Он не помнил, и под впечатлением того, что он сказал, пацан сделал, и я их, эти бабочки оставила на своей стене. Вот, потому что я, конечно, сказала, что типа вы там пришли, поили, побухали. Оценили мою фантазию на стене. Ты мне сказала, что это очень классно, гениально. Я говорю, так что все? Он такой, да, но он видно не помнит, да. Прости. Мама, я хочу на университет, там тут вроде видание.
Hai trovato nel coso delle mutande. Ma fino, non è mio. Te lo dobbiamo dare. E chi è mutande? Nessuno. Non è mie. €1,70. E dentro le tue mutande? Sì. No, non dentro le mutande che c'ho addosso. Dove c'ho tutte le mutande. Te le diamo. Ah, nel bagno. Ti diamo? Sì. Sì, ma come mi dai adesso se sei in bagno? Mamma, sono qua nella borsa. Ho cercato trusti di voi. Allora lei li ha trovati nell'armadietto delle mutande. Ah! Dai, mamma, o Sasha, non nada, o Sasha, no, давай. У Саши, давай, давай, давай. Ты что? Давай. Ну, говорит, у мамы есть, у Саши есть рубль 70, да? В трусах. Я думаю, я решил, в трусах, в которых ты одета, что ли, там, у тебя рубль 70. Подождите. Нет, говорит, я решил, дома в шкафчике, где трусы, не могла понять. Я думала, что она села, в трусы спрятала. Ладненько, сейчас мы ждем Карла. Опс, переключаемся. Карузо. Buongiorno a tutti, amici di YouTube, sto andando a casa. Alcuni miei vecchi amici a fare una grigliata, visto che il tempo un po' si è aggiustato e prima dell'uomo tutti farli, grazie a tutti per i complimenti, comunque non è niente di particolare, insomma una cosa banale, a volte mi vengono queste idee di design meridionalistico. Ha perso la voce? Sì, perché sono stato zitto troppo tempo. Говорит, спасибо большое за ваши комментарии, за ваши комплименты, которые вы сделали по поводу того, что он телевизор придумал опускать и спускать. И также он сказал, что мы едем к его старым друзьям, типа на гриль. В общем, все такое. Давайте немножко дороги, а то мне потом опять пишет, что там говорящая голова. Хотя, в принципе, показывать нечего. Сегодня погода опять плохая. Вот у нас весь июль практически заливал дождями. С одной стороны, да, классно, когда дождик свеженькая, но потом, когда выходит солнце, такое испарение, да, Карл? Quando piove è bello che fresco, poi quando smette di piovere esce il sole, fa un caldo. Да, это такой дождь грибной. Però le funghi sono tanti quest'anno, да. Будет много грибов, много. Ну, носи тантазе. Ну, погано говорит, и сейчас много. Та не будут и порчини будут. Escono di più quelli velenosi che non quelli. Та нет, Карло. Anche porcini ci sono. Ma giusto i porcini. Sotto casa non sono tutti velenosi. Ну так это вечно. No! Quelli si può mangiare, mi hanno scritto anche sui commenti. Sì, lì li mangiamo. Si chiama сыроежки. Sì, сыроежки. Говорит, что-то у нас около много дома, много поганок. Я говорю, мне написали, что это сыроежки. Он говорит, у нас такие не едят. Ну, классно. Ой, как я хочу грибочки. Ага, Икею проезжаю. Саша говорит, классно, Икея. Он говорит, ты что там не была? Она говорит, нет. А что ты там не была? Такой же меня с собой не брали. Sì, c'è tante cose. Ma sì, grande, si mangia, si beve, c'è ristoranska. Опс, переключаемся. Сейчас мы въезжаем в город, который называется Фаулья, да, Карло? Sì. Фаулья. Он находится quanti chilometri da Pisa, Карло? Ma è una ventina di chilometri. 20 километров где-то от Пизы. Вот здесь, короче, мы будем сегодня проводить наш выходной. Саша говорит, посмотрите, какая Фаулья красивая. Одни кусты, кусты, кусты. Но, Саша. Да, там сейчас будет сейчас дом. Говорит, что-то даже дома нет, что одни кусты. Софи дормит? Да. София заснула. Пока ждем ребят, насобирали. Я думала, что это, не помню, как называется. Не шелковица, малина, что ли? Что-то не могу вспомнить, как называется. Но вкусно. Да, Саш? Да. Там сено. Арривато? Да. Так, ребят, вот я вам показываю наши грилья. Здесь ростичана, ребрышки сосича и пататы конполу. Уже так пахнет. Сейчас будем кушать. Здесь Карло, салютами Карлетто, Саша. А, Карле, ora si mangia? Sì, sì, si mangia, abbiamo un po' di tè fresco. Ecco, la nostra Kirina e есть ещё собака, которую зовут Dog. No. А, Dog. E Dog, e maschile. E блин, Кира уже не знает, куда от него спрятаться, потому что, естественно, он хочет, а Кира не хочет. София? А, Кирина, cosa ti fa fare lui, а? Cosa ti fa fare la ginnastica italiana ti fa fare, а? Кира, а, Кирина.
Также у людей тоже есть курочки. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. И там есть цыплятки. Их, наверное, будет не видно за сеткой. Вене-вене-вене-вене. Ребята сами сниматься не хотят. Ну, я, в принципе, всегда, когда делаю съемку, всегда спрашиваю, можно снимать или нельзя. Нет петуха, но яички есть. Кстати, вот здесь вот где-то было одно яичко. Его что, забрали? А нет, вот оно. Вон оно, яичко одно лежит. Я обожаю куриц. У меня вообще мечта была такая, вот, знаете, домик, и чтобы были цыплята. Обожаю. То есть меня не, как бы, ну, не страшит ни запах, ни то, что там убирать надо. Просто сама вот какая-то, знаете, для меня как отдушина-то, какое-то вот тепло чувствуется. Да, чувствуется тепло? Так, начинаем пробовать паштетик. Квеста паштета ди фегато, да, Карл? Инвичи квеста? Квеста куме? А это из тонна. Попробуем тонну. Бимби, мне это форди лей. Давай мне, дай мне с кетчатину, Саша. Спасибо. Док, София. И есть уже сосиска. Там уже постывает. Боже, что это такое, как мне тепло. Кошмар. Та он от нее не отстанет, Карло. Э? Ну, не ваша старая отже. Вабе, ваша старая то. Да, Саша, сейчас. Con olio, да. Это картошка, но здесь, наверное, петрушка есть. Ченки не прицемала места. И майонез, но это уже покупное. А здесь инсалата. Кстати, я вчера ела, моя любимая. Сейчас мы попробуем. Так, сейчас мы будем обедать. У нас курочка, да, София, потом? Потом картошка. Картошка, потом? Сосича. Сосича, потом? Ребрышки. Растичана. Allora, buon appetito, piatto. Pulito. Покажу, как сегодня София делает. Эти твои. Давай, одевай браслет, одевай. Мама, покажи, как я делаю. Кофточку поправь, платьишко. Мое платьишко. Поправь, поправь красиво, ага. Ну, надо поправить пальчиком. Это браслеты. Давай, поворачивайся. Правда, жарко, очень душно, волосы просто зазывают. Красота. Эти. Сережки. Потом эти туфли. Ну, туфли. Это. И это мама. Ой, мама, все мама. Давай, пока. Что вы тут делали с курочками? Я дала есть эти. А вы что, выкинули яичко? Зачем вы яичко? Нет, там держит яичко, они выкинули. А, да? Потом она хотела брать пучину, но еще потом скопала. И теперь мы идем брать манжиме на маленькие. Кушать. Давай. Ой, как мы наелись, у меня живот. А тебе сказали, можно идти? Покажи, что ты будешь давать. Саш, давай снимем кофточку, все равно тебе она не нужна. Però posso darlo a loro. A questi qua li posso dare. E come puoi dare? Ma ti ha detto che si può fare? Io li posso dare a loro. A loro li posso dare perché. Тетя тебе сказала, что можно заходить? Так вот еще здесь, Саша. Не боишься ты? Они тебя не ко-ко-ко тебе не сделают? Ладно. Видишь, как классно иметь курочек? Аспекты надо же закрыть. Mangiano, lo sai tu? Sì, io sono già alta di 1,45 m con questo. Ah, sì. Смотрите, какая красивая ложечка, ой, ложечка, какая красивая тарелочка с чашкой. Смотрите, какая интересная ложка, с каким изгибом. Смотрите, так вот положили и все. Кафе помешали, положили и классно. Саша, у них живот будет болеть, что ты им накидала уже. Ты там уже килограмм им накидала, хватит, баста. Ты что, сейчас будут ругаться тетя. Тетя? Да. Хватит, и видишь, они еще это не съели. Ma vedi che stanno cercando, vedi? Stanno mangiando così, Col becco, mi dici te. Ну уже хватит, хватит, все. Так этим тогда дай этой что-нибудь, вот сюда брось. Это для маленьких. Так дай им травки, они едят травку эти пикули? No. Mamma, quegli altri, sono loro che mangiano l'erba. Va, смотри, видишь? Vabbè, loro mangiano di tutto. Что-нибудь свеженькое. Но мама для них, это loro che non mangiano niente. Però piano piano si danno la pulcini. Ну давай, piano piano. C'è anche la mamma.
Eh? C'è anche la mamma, guarda. No, questa non è mamma, mi sa. Questa sì, è la mamma, mi sembra. Aia. Aia. Прямо в ног от меня. Я чтобы она дали на маму, про. Давай, не кидаем больше, Саша, а то будет ругаться тетя. Ты там, наверное... Мама, сестра, рабьян. Ну, медики, манджи, манджи, манджи. Давай, тихонечко. Хватит, все. Давай. Уна, секунду. Секунду. Давай, выходи. Тебе так понравились Галины, Саша, что придется нам Галины покупать. Так, у нас уже вечер. Посмотрите, Саша опять кормит Галин. Саша, тебе так нравится? Это мы уже сидим, это мы уже все, мы уже наелись, напылись, уже очень поздно. Уже домой пора скоро ехать. Так ты туда немножко кидай. Не хочешь? А ты какая красивая. Саша хочет сфотографироваться с курочкой. Пьяно, но с этой курикозили фай паура, лоро. Ну, ну ли пренди, Саш. Диви абасарти. Мы забыли на видео. Эх, да? Да, ты меня снимаешь, я говорю, да. Гули, 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 гули. Сашка пока фоткалась, курица ушла. Гули, 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 гули. Гули, гули, как там вас говорят. Гули. Гули, 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 гули. Escapata la gallina grande. Ah, sì? Carlo. Se ti metti là non la può fare da nessuna parte. Ah, ok. Esce l'acqua. Наша Кирка сегодня вообще бедная. Он от нее, конечно, не отстает. Она не в этом самом, у нее нет калории. Ну, она у нее нет течки, я имею в виду. Да? Кирка. Да, Кирка. Только водой можно разогнать. Она нам сутенута какой-то. Story. Это тоже American Staffordshire. Staffordshire. А кьюсо, э? А perché lui è chiuso? Ой, а он играть хочет. Quando vede il getto parte lui. Саша. Carlo, fai gavettoni, no? Ma io con le scarpe sto in cazzo, mi Carlo c'è il cambio. Carlo, questo cambio lo metto via, prendo il vestito e mi bagni tutto. Не надо, зачем? А, ma sai che vogliamo fare questo cucchia? Так, ti сейчас выпачкаешь все туфли. Ora le levo, scotti. Allora, io prendo la sistola, faccio col livello d'acqua quella cosa shake che non ti bagni e lei canta. Ma non vicino al tavolo. Карло, а мы ну. Карло, пожалуйста. Я прошу. Ай! Козюм! Козюм. Глянь, всю кофту намочил. Переключаемся. Мне уже пришлось одеть Карла рубашку. Карл у меня намочил. Волосы все распушились. Да, Сашка. Салют тема тути. Пока, Ютубе. Увидимся завтра. Увидимся завтра. Всем пока-пока. Компьютер есть. Завтра будем снимать. Всем привет, папочка. Пока. Всем привет, папа. Пока. Давай, Софийка, иди сюда. Салют тема тути. Всем пока-пока. Мама, Симка, себе иди. Мама, я сделала это. Ой, какой очень красиво. Молодец. У нас уже просто темнеет. Мы до сих пор еще сидим. Мама, пацаны, еще поедем. Давай, покажем. Давай. Молодец. У нас уже просто темнеет. Мы до сих пор еще сидим. Пацаны еще поехали за мясом. А мы еще остаемся здесь на ужин. Все, увидимся завтра. Простите меня за эти мои волосики. Огромное, огромное, огромное всем спасибо вам, кто комментирует, кто находит время комментировать. Все. Всем пока-пока. Увидимся завтра. И...
счастья, добра и мира, мир. Пока-пока. Ага. Ага. Зла любов, зла любов. Зла любов, зла любов. Зла любов, зла любов. Зла любов.